Гляну. А где ссылка? Давай, тыкай уже. Так, сейчас скажу. Антуона, гномик и Рус, давайте. Остается справа, вот здесь вот. Стоите пока. 268 за камушком сверху. Здесь он, блядь, где он там, не помню уже. Вот тут. 50. Нахуя тут-то? На сверху, что он здесь остался? Ну за камушком. Значит, 50, так, 57-й вот здесь, бачатом проход, забирают все. 62-й. Все стежки вот сюда пока. Вот в эти квадраты, точнее. Вот в эти квадраты сюда. Камушек далеко, он вот здесь. Вот он. Да. Вот он справа, блядь, я вижу его. Один бачат и 57-й, да, на 3 едут? Да. О, у них классика жанра. Разбираем их, блядь. Забираемся вот сюда под горочку сейчас, вот сюда. И разбираем их в жопу. Ну, какой-то странный раш, 4 семерки. Чё, это, блядь, какая-то хуйня придумала. Сосредоти. Разбираем их, ребятки. Арта. Блять, 268 у нас уже сразу умер, заебись. Да карта, то у них бачат. Ой, блять, ребят, разбираем их, стоим. Сюда пару батиков проедьте еще сверху пока. Куда он КД? Сейчас я их подсвечу. Если там кто-то сверху есть, откатываемся, естественно. Батики сверху, там кто-нибудь, да, подсветите, ёп. Только аккуратно. На гусле. Блять, ну это что за цирк вообще, ребят? Сука, даже, блядь. У меня такой гениальный план был, нахуй, порвать. Вы видите, в жопу. Парни сами подставили жопу, имейте их. Так, проходим пока вот сюда. Бачатики здесь стойте, сейвитесь пока. Ой, 268, поджимаемся, поджимаемся. Не кипишуйте, бачаты, просто подожмитесь вперед, блядь. Вот тот там назад отъехал, уфлимец. Они нас светят, семерки сейчас оттуда стреляют. Хэвики, поднимайтесь быстрее, блядь. А, о чем мы тупим? Поехали объедем им задницу. Да поехали. Блядь, Леброн. Хэвики, ебаный крот. Как так долго-то? Кто-то подпирает. Баты втроем, спуститесь нахуй, заберите одну семерку там. И сразу вот сюда подожмайтесь. Вот сюда проезжайте все. Вот сюда, ребятки. Вот сюда сразу. Ага, куда? За ПТХ там надо дойти. Ага, ага. Вот сюда просто подожмитесь. И все, заебись. Ну или под водой пока, подожди, под водой пока, останься. Тебе эта помощь нужна. Чё так долго забираете-то там, блядь? Тут сотка была. Сотка? Пиздец. Блядь, один на раньше 268 забрать, а потом сотку добить в конце. Она их блокировала, она короче закрывала. Да? Полностью корпусом закрывала их. Да. Не, кстати, грамотно так встали, соткой задницу прикрыло. Вот тут я и слышал, конечно, ну ладно. Теперь старайтесь. Ребят, те, кто шотный, вообще в сторону. Mm-hmm. Технику не морозьте, пригодится еще. Ну я целый, я поеду повоюю хоть один бой. У них 3 ПТшки, ты из целого шотного очень быстро можешь превратиться. Бачатики снизу, там, не торопитесь пока, подождите, сейчас, блядь, все доберем чётенько. Крейзи, осторожно, смотрит сюда.
Джаз, вы бы ее объехали лучше. Мы сейчас и объезжаем. Вон там еще одна. Вот так. Вон, не теряйте СТ, пожалуйста, свете. Ребят, СТ пиздец мало. Пусть хейт. У меня уже завтра бат отморозится. СТ, блять, наш удар на себе. ФВ, кто-нибудь взад зайдите. Потом ее прикрывает 268. Я бы зашел уже давно. Рус, возьми бы меня на макс, зайдем на берегу. Пожалуйста, осторожно. Да я не лечу, стараюсь. Как-нибудь поаккуратнее. Светите их, блять, если не уверен, что заберете. Пусть арта выбирает. Осторожно, он смотрит на вас. Жалко, 261 не забрали. Блин, крот, ну... Не делается так. Гномик не летит. Я в курсе, ты не хотел от тебя отъехать. Ты ко мне да, поджался. Такое... Хэвин хуй сам стоит. Под друг друга там стрелять, ёб вашу мать. Как он под прицел вылег? Я не хотел. Так, блядь, потеряли два хэвика, батчат 62-ку. Блядь, хуёво. Да нет, маленькие потери относительно.